Чрезвычайно серьезная фигуристка. С самыми высоко техничными элементами. Защищает свой прошлогодний титул. Под музыку Иоганна Штрауса. Аделина Сотникова, великолепная спортсменка из Москвы, которая решилась на самый сложный каскад. И второй Ридбергер в этом каскаде было выполнить сегодня невозможно. Не получилось. Но не упала. Удержалась. Хоть не упала, чудом. Удержалась, да. Ну, пробует. Пробует для чемпионата мира среди юниоров. Пробует. Это плохо раскрылось. Могла вытащить спокойно. Ну, первый раз пробует, но надо пробовать. Конечно, чемпионат страны, но у них есть первенство страны. Это дети. Они все дети, которые были сейчас на... В финале Гран-при они, конечно, уставшие, потому что они, у них вся подготовка строилась к финалу Гран-при. И она его выиграла, да, с блеском. Но надо новое учить. И вот она заболела еще к тому же. И Водорезова с ней учила, ну, поставила, давно учила этот Луц Ридбергер. Потому что это... В принципе, каскад будущего. Но
Потому что она весь сезон каталась вообще безошибочно. Ей здесь, в Мордовии, ей просто не везет. Она приехала тоже полубольная в прошлый раз на юниорский чемпионат. И тоже как-то не очень каталась. А сейчас она все сделала, но не сделала вот этот каскад. Конечно, это каскад даже мужчины.